риск – это такая еда. Риск – это когда ты рискуешь, если, к примеру, тебе попала змея, то ты рискуешь ее взять на руки. Риск, я не знаю, что это. Это какой-то праздник, когда все люди едят рис. Из чего? Это еще из фруктов, блендер загружает, там все замирается, кувыркается и все. И готово еще, и можно есть. А риск это когда вот один человек не хочет, а другой рискует собой. Чтобы знать, что получится из этого. Например, спрыгнуть с окна. Это первое. Ты можешь не разбиться и разбиться. С четвертого или с третьего. Это как бы то и то. Можно рискнуть и не сделать домашнее задание. Это был самый большой риск, какой у меня был только в жизни. Это написать подсказку на английский и не сделать домашнее задание. Лучше делать все нормально и не рисковать. Я люблю рисковать.